Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроения. Мы продолжаем играть в игру «Вселенная суперсхваток». И начнем с открытия сундуков, конечно же, с чего еще можем мы начинать. Опасный малый, нам достается плюс котопес и Линкольн. Так, энергетические кристаллы и слайм. Ладно, первый сундук открыт, давай следующий. Так, котопес, кстати, надо будет нам его, наверное, прапать. Так, Донателло и кристаллы вместе со слаймом. Ага, даже два алмаза нам досталось. Угу, поехали дальше. Так, тут Губка Боб и Анжелика Пиклз. Слаймы. Последний, ребят, сундучок. Дженни, Донателло и слайм. Все, кажись, мы с вами все, что смогли, открыли. Этот еще не активен сундучок. Так, давай посмотрим, сколько, ребят, нам еще нужно. Нам нужно 320 кубков, чтобы нам достался Арнольд. Ладушки. Так, давай посмотрим, что у нас по бойцам. Донателло обязательно мы с вами прокачиваем. Так, он получает 10 уровень, еще 5 левлов, и он у нас получит звезду. Но это очень долго, ждать нам придется. Так, оставляем, наверное, вот этих вот ребятушек, да? Тут у нас Тернер, Пиклз и Донателло. И опасного малого тоже, наверное, мы с вами все-таки прокачаем. Вот, 7 уровень он получает. Ну что, теперь, я думаю, мы с вами пойдем проходить события, на котором я встрял, и которые я так и не смог пройти. Все твои бойцы ранены, оживить. Подожди, а... Слушай, а я что, не могу, что ли? Так, слайм у меня есть? Есть. Так, Рокко и Тернер. 425, у меня не хватает. Тут, ну, блин. Ну, а сколько вот, например, лечить? Ну, сколько нам надо? 5 кристаллов, то есть я не смогу, да, ничего сделать. Ну, трындец тогда. Просто трындец. Тебя тоже не смогу залечить? Выбрано лечение, давай. Давай сделаем так. И вот так вот. Ну что, попробуем мы этого Рокко наказать, я надеюсь, у нас получится. Иначе, блин, иначе будет полный финиш. Тихо. А теперь моя очередь. Да хорош ты. Да ну! Ребят, я только лишь удар один сделал, и все, и меня в нокаут отправили. Офигеть. Просто офигеть. Я не... бежать. Куда бежать? Прервать? Нет, я не хочу прервать это задание. Я, наверное, все-таки попробую вылечить его. Осталось на этом задании ноль маленьких зельев. Только лишь большие, но мне нужны эти кристаллы. А у меня их нет пока, поэтому я думаю, надо пойти и заработать каким-нибудь образом. Может быть, они нам выпадут. Да не надо мне сюда, елки-палки. Не надо, не надо. Еще раз повторяю. Дайте мне просто обычные бои. Просто обычные, самые простенькие бои. Быстрый поединок, я пойду вот сюда вот. Да, я хочу здесь подраться, например. Но... Так, я думаю, что вот это я понимаю, это другое дело. Котопес против Донни. А почему бы и нет? Сейчас будем, ребят, нахлобучивать по-черному, я думаю. Ну-ка, поехали. Хоп, хоп, хоп. Нет, парнишка, успокойся. Смотри, 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 стоит в блоке. Смотри, что будем делать. Хоп-ана. Что он там делает? Ага, захотел меня, да, ребят? Прибомбить. Но не тут-то было. Смотри-ка, что делать. Вот это ты зря, парень. Вот серьезно тебе говорю, зря ты так сделал. Котопес отдыхает, а Донни, как всегда, выигрывает. Шикарно. Ну что ж, погнали тогда следующий бой. Это у нас кто будет? Тернер против Анжелики. Поехали, хоп, хоп, хоп. Смотри, что делает, хоп, хоп, хоп. Ну что ты? Да-да-да-да-да. Поехали. Ну что ты, что взгрустнул? Поехали дальше. Оу, попался. И я попался, ребята. Да ну, завязывай давай, Пиклз. Так, поймали? Отлично. Так-то будет лучше, да, ведь? Ой, я все время забываю про этот удар. Да ядрить тебя на корень, подловила сопляжуйка, а? Ну все, тебе... Нет, ей хана не будет, но я думаю, на следующем бойце мы, наверное, все-таки сможем оторваться. Как так, а? Кто у нас тут? Донателло? Ну давай, Донателло, посмотрим, еще ты слеплен. Насколько ты крут.
Я не пойму, ребят, я в данный момент дерусь с оппонентом с реальным или с компьютером, с ботом? Опа, ну ты молодец, молодец, подбил, а если я? Ты смотри-ка. Иди ты в пень. Ну, две победы и один проигрыш. Ладно, я думаю, что это нормуль. Нам нужно с вами заработать гемы, кристаллы. Потому что мне нужно оживить там, ребят. Что такое? Ура, трофеи. Таблица лидеров сезона. А я где нахожусь? Я на 8-м месте. Я получаю 600 слайма, так? Да, я 600 слайма получил. И мы продолжаем. Продолжаем с вами поединок. Принять. Поехали, быстренько. Дженни сейчас у нас получит, я надеюсь. Ну-ну-ну, Дженни это какой-то роботек у нас непонятный, да? Девочка-робот, судя по всему. Нет, ты успокойся, пожалуйста, малышка. Успокойся, я тебе сказал. Не нравится? А мне вот нравится. Опа, я, ребят, попался под суперудар. Накося, выкуси. Кейо, и все, и дело-то на копейку. Донни победитель. В общей сложности у нас уже 3 победы, еще 7 нужно, если мы хотим с вами открыть этот сундук и заработать там гемы. О, Тернер против Тернера. Ты смотри-ка, как нам везет, ребят, сегодня. А чей Тернер круче? Его. Мой немножко проигрывает. Ах ты, что? Ты посмотри, что он делает, а как он так быстро делает? Стоямба. Давай суперудар. Блин, он в блоке простоял, ребят. На-на-на-на-на-на-на. Ах ты, ребята, я был в блоке, но все равно он меня пробил. Не может быть, такая разница маленькая, а он меня причекрыжил, да? Ну-ка, ну тут у меня пиклс получше будет. Ну хорош, Дони, успокойся, давай. Быстренько проиграешь и все. Мне надо гемы, мне нужно пройти турнир. Я уже 2 серии не могу никак его пройти. Уже достал, если честно. Ну, хорошо. Что ты, оу. Подловил, подловил, гаденыш. Ну хорош уже, успокойся. Все, ребят, ловим его. Так. Что, ты стоишь в блоке? Ладно, давай попробуем так пробить. Раскрылся, не вовремя, сосунок. Победитель, конечно же, Анжелика. Кто здесь еще может быть победителем? И очень мало слайма мы получаем. Гоним дальше, гоним, гоним, ребята. Так. Что это, я уже сразу на третье место, что ли, перелетел? Ладно, на третье. Давай тогда попробуем в топ зайти, в топ первое. А вдруг получится, а? Я был бы очень рад. Так, ребят, смотрите-ка, у нас опять джиу-джитсу, да? Тут у нас еще будет Микеланджело, я смотрю. Ну-ка, давайте-ка Клайду мы сейчас в первую очередь должны накумарить. Джиу-джитсу! Клайд, давай отойдем. Поехали. Подловили мы его с вами, круто. Ну. Ага, не тут-то было, парнишка. Не тут-то было. Ты не на тех напал. Оу. Оу, парень, все. Аливидерчи. Валяйся там. И отдыхай. А мы, пожалуй, пойдем с вами дальше, да? Следующий бой, по-моему, он будет проигрышный. Майк. Оу, Микеланджело-то здесь будет покруче, ребят. Нифига ты, крут, крут. Ага. Да ну, хорош, ты завязывай уже тут, а. Ребят, он какой-то дальнобойный чувачок. Что это у него за нунчаки такие странные? Хорошка, а если мы? А я его все-таки подловил, а я его подловил. Слушай, а вдруг мы выиграем? Вряд ли. А хотелось бы. Ребят, ну я открылся не вовремя. Черт подери, опа, круто, круто. На скейте он прикатил. Так, ладно, надеюсь, в этом-то бою мы хотя бы выиграем. Кто? Ага, Хефер, опять это у нас корова непонятная, странная. Так, давай, давай, давай. Судя по здоровью, ребята, и по мощам, мы должны его победить. Да ну, твою ж маковку, а. Погнали. Слушай, мы как бы нам тут не дуплиться? Да не должны. Прожали. Так, сколько нам еще нужно там побед-то сделать? Еще 4 победы. Еще 4. Ребят, я становлюсь топчиком.
А через сколько закончится? Ну, через один день 12 часов. Это еще долго. Как ты тут продержишься? И мы забираем с вами Арнольд. У нас открывается, ребят. Да-да, собственной персоной. Разблокирован редкий. Так, ну что, поехали. 20 энергии нам нужно с вами заработать. Потом малый сундук. В общем, всего-всего еще пока очень много. И должны мы здесь с вами сундук. Мне нужно 3 кристалла заработать, чтобы я смог там восстановить своего персонажика хоть какого-нибудь. И, соответственно, выиграть тот турнир. Ну что, ага, Лео. Ну-ка давай посмотрим, кто сильнее, Лео или я. Ого, шустрый малый. Погнали. Малый шустрый, а себе так. Ать! А сейчас он, да? Молодец, ты свою ульту тоже продинамил. Как и я. Вот у него, ребят, какой... Ага! Да хорош ты уже, ну отойди. Поехали. Ё-моё! Я офигею. Слушай, ну как он может так быстро делать вот этот вот... атакующий удар, который пробивает блок. Я почему-то не могу так сделать. Меня всегда пробивают сразу же. Опасный малый. Но этот парень-то сильнее будет, чем мой Тернер. Да, сильнее. Но я так понимаю, ребята, это компьютер все-таки в данный момент. Это бот. Ну что он? Хорош, хорош парень. Поехали. Слушай, у нас есть все шансы. Бомбим. Попался парень. Попался этот паренек. Ну-ка. Не хочет. Ну-ка, в ответочку мы ему. Опс. Я видел, видел, ребята. Поздно, блин. Как вот он так делает, а? Да еще давай здесь проиграем, а? По-моему, все идет именно к тому. Ну-ка, давай так сделаем. Так, поехали. Захотел. Он, ребята, только что собирался сделать пробивающий удар блок, но я его подловил, успел. Так, еще бы победку, потом еще 2 нам останется. Губка Боб. Он сильнее, ребята. Да иди ты! Сразу начинается таких вот атак. Ага. Ух. Парень, я смотрю, тебе нравится получать звездюлей, да? На, 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 на. И поехали. Я только хотел сделать суперудар, ребят, и... подловил. Отлично. Ну давай. Так, что-то он тут отпрыгивает слишком далеко. Да ты заколебал уже, ну серьезно. На, на, на тебе. Так, подожди, подожди. Да ну какого шлешего ты так... Он достал своим отпрыгиванием вот этим дебильным, вот серьезно говорю. Блин, придется еще 3 победы сделать. Ну вообще что-то как-то не идет. Игра мне не идет, ребят. Фу, чего? Энергия закончилась. Ладно, пошли сюда. Будем здесь с вами, ребята, драться. Так, ага, опасный мутант. Ну давай мы этого сейчас мутанта быстренько нагреем, я надеюсь. Нагреем или нет, как думаете? Отходим. Поехали. Парень, ты молодец, что раскрываешься, ты мне нравишься. Оп, тихо. Так, хорош. Хорош, малыш. Суперудар, естественно, естественно, суперудар. Теперь моя очередь. И, блин, хотел сказать Кио. Никаких Кио, а вот теперь да. Теперь я его победил. Донни победитель. Да, Донателло, ребята, это вам не шуточки. Он все-таки дает джазу. Так, поехали еще разочек. Кто тут нам достается? Ага, вспотевший краб. Ну давай, вспотевший краб. Поехали. А? А ты что думал? Ты что думал? Иди вспотей. Тихо, ребят, ну что это у него так? Удары-то мощные. А теперь моя очередь. Попался, да, парень? Ну-ну-ну-ну, успокойся, парнишка. А как он мог подловить? Я же ему делал серию ударов. Ты что за фигня? На-ка, получил? Потный краб. Ну вот иди там и отдыхай, елки-палки. На Доне еще руки свои поднимает. А кто у нас следующий будет? Как вы думаете, ребята, а? Кто? Донни против Донни. Но у меня все-таки здоровье будет побольше. У меня 600, у него 533. Но здесь, ребята... как говорится,
кто проворнее, тот и выиграл. Несмотря на то, что там у тебя здоровье или еще там что-нибудь. Да? Так, ну-ка отходим. Так, он простоял, да? Поехали. Зашибись. Я знаю, как ему обидно. Спрашивает, а почему я по нему не могу попасть, а он по мне попадает? Это вечный вопрос меня, который мучает. Как он может, я не попадаю, а он попадает по мне? Так, ну ладно, селфи сделали. И победа за нами. Сундучок, конечно же, наш. Но он, по-моему, открывается... Сколько там? 30 минут? А, он даже целый час будет открываться. Ёлки-палки, у нас даже места больше нету. Кого тут на прапку у нас можно поставить? Угу. Арнольд. Ну давай, 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 улучшим его. Всего лишь третий уровень. Блин, что у нас так? Две энергии. То есть, в любом случае... Ай, зачем я слаймы потратил? Они же мне нужны были для того, чтобы подлечить своих... А может быть, просто уйти оттуда и попробовать все заново, а? Как вы думаете, ребят? Ну, я имею в виду в лиге, в событии, вот в этом. Если, например, отсюда сбегу и попробую с самого начала. Давайте сделаем так. Сбежать, да, сбежать. А, у нас все равно энергии с вами нету. Всего лишь две их. Всего лишь их две. Так, и давай-ка мы с тобой, знаешь, что сделаем? Так, в события сюда играть. Мы вот так вот ключик-то этот с вами и не подобрали, да? Награда за задание. Хм. Найти ключи, начать задание. А это у нас что ли новое получается какое-то задание, судя по всему? Ох, тут очень много. Ну давай, поехали, попробуем. Энергии, конечно, мало, очень мало. Она закончилась, ребят, она уже закончилась энергия, все. Я не могу дальше ничего сделать. Блин, ну вот только думаешь поиграть, и на тебе. Пишут, энергия, парень, закончилась, так что ты ничего не сможешь сделать. И причем как-то она быстро заканчивается. Там сколько нужно? 360. То есть в любом случае я сюда даже не смогу пройти. Так, ладно, придется тогда драться. Просто обычные поединочки вот эти вот драться. А смысл, если мы даже с вами не можем сундук получить? О, давно не было. Тайный гладиатор и нервный гладиатор. Ну давай посмотрим, кто кого. Тайный гладиатор. Хельга, погнали сразу. Вот так вот. Поехали дальше. Блок. Так, тихо. Что-то мне не нравится. Так, хорош. Хельга, успокойся, пожалуйста. Отходим. Такая деловая в припляску еще. Донат получитый. Суперудар. Поехали. Мимо. Да-да-да-да-да-да. Оп. И мимочки. Все. Хана Хельги. Так, ну что, ребята, нам, наверное, надо закругляться. У нас... Да я понял, что нет слотов, я понял. Вот именно поэтому и придется закругляться. Будем с вами потихоньку открывать. Потихонечку, да? Когда все откроются, мы с вами продолжим игру. Ну а на этом все, всем пока, всем удачи и до новых скорых, ребят, видосиков.